Они беззвучно ходят. Нормально, блин. Это круто. Они беззвучно ходят. И как теперь буду ориентироваться здесь? Они же меня изнасилуют и бросят здесь умирать. Всем богашечки, друзья и гости моего канала, всем бескрайнее море приветов, Нептун. Здесь мы будем проходить эту замечательную FNAF-пародию дальше. Значит, Amalgamation of the Night. Это новенькая FNAF-пародия, где нету сюжетного режима, но есть челленджи и есть Custom Night. Она слегка так, ну, чуть-чуть забагованная, потому что мне не всегда отмечают пройденные челленджи галочкой, как вы знаете. Но мы остановились на Да, вот здесь. Fullest Night мы не проходили. То есть первые 5 челленджей я прошел в первой серии. В этой серии будем проходить Fullest Night, также New Beginning. И финальный челлендж, все на максималке. Это хардкорно, блин. А теперь давайте покажу вам, какие аниматроники здесь вообще есть. Вот заходим в Custom Night и видим, что здесь 3 главных аниматроника. Это Амал Буни, Амал Фокси и Амал Чика. Выглядят они довольно-таки стрёмно. Ну, типа, страшно. Но здесь есть еще и 4-й, судя по всему, аниматроник, которого здесь почему-то нет. Возможно, это он? Вот он, Амал. Может быть. Помните, он такой фиолетовый, у него такая страшная пасть появляется на экране, если мы долго смотрим в планшет. Это, возможно, секретный аниматроник, возможно, это Shadow аниматроник. Короче, полнейшая жесть. А еще посмотрите, вон там, видите? Вот. Это же Лефти, да? Он со звездой. Как будто Лефти лежит на полу. Странно, потому что здесь Лефти нет. Или это он появляется здесь фиолетовым таким вот призраком? Ладно, поживем, увидим, давайте проходить. Так. Fullest Night. Все аниматроники здесь, они все активны, но почему-то не показано, ну, какая у них сложность. Обычно сложность указана, вот 7, например, 5, ну, скорее всего, 10, почему-то я так думаю. Потому что следующие 18, скорее всего, по десяткам. Ну что, давайте, старт. Ух, мы должны пройти. Так, напомню, если вдруг вы забыли, как мы проходили первые челленджи, что тут нужно было делать. Тут 2 аниматроника на земле. Это Амал Чика и Амал Буни. Что такое Амал, я не знаю. Еще один аниматроник, это Амал Фокси, он в шахтах, вот здесь ползает. Ну. Вот, слышите звук, да? Топ-топ-топ. Это значит, что ко мне кто-то идет. Бам! Побольше, побольше аудио. Черт. Этот фиолетовый страшный аниматроник заколебал меня. Заколебал. Там уже Фокси пошел. Так, подожди. Он ползет, блин. В принципе, это не так-то... Ну, не так-то трудно. По сути, нам даже не нужно искать, на какой камере аниматроник. Просто нажимаем Play Audio и мониторим Фокси. В принципе, легко. Там Фокси может идти по двум сторонам. Он может пойти вот в верхний квадратик и в правый квадратик. Он пошел в верхний. Опа. Все, закрыли. И все, в принципе. Теперь мы знаем, что он всегда будет идти в этот верхний квадратик. Вот сюда. В принципе, можем сразу туда нажимать и прогонять его. Все относительно неплохо. Графика в этой FNAF-пародии тоже прикольная. Вообще, на самом деле, можно было бы разнообразить как-то все уже прохождение. Сделать так. Все, заперто. Сделать так, чтобы, допустим, Амал Бонни и Амал Чику можно было по-разному прогонять. Это слишком просто, они... оба аниматроника останавливаются вот этим вот аудиозвуком. Но было бы здорово, если бы, допустим, аудио только на Бонни, к примеру, работало, или на Чику, а другой аниматроник, нужно было бы его, ну там, запирать, например, двери, или фонариком прогонять. Ну, как-то так.
Да, погоди. Так было бы, знаете, было бы разнообразней. Ну вот как, с левой стороны идет, в общем-то, Бонинская, я знаю. С правой стороны вроде бы идет Чика. Или я что-то путаю? Надеюсь, я ничего не путаю. А время-то уже 5, между прочим, мы почти челлендж прошли. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Здесь есть еще баг такой, ну, неприятный. Да хватит, Фоксяныч, ну что ты ли? Ты же себе коленки разотрешь. Заперто. Тут есть такой баг неприятный, то есть, когда мы челлендж проходим, у меня игра завершает. Боже, ой, я забыл, что здесь такие звуки. Что здесь звуки такие? Бам! Так. Сейчас, по идее, будет черный экран и зависнет, да? Мне так вот в первой серии все время зависало, мне приходилось перезапускать полностью игру. Что, наверное, я и сделаю. Итак, погнали. Окей. Мне засчитали в этот раз галочку. Засчитали предыдущую. И дали награду, смотрите. Мне дали награду. Это там кто? Кошмарный Бонни? Какой-то, или кто это? Чуть не могу я понять. Но мне дали, блин, награду, офигеть. Слушайте, может, починилось? Я раньше приходил, в первой серии 2 челленджа, мне не давали галочку. Окей. Ну что, наступило время для хардкорного New Beginning, да? Все активно на 18, погнали. Слушайте, здесь дают награды. Круто! Я хочу еще больше наград. Я хочу, чтобы все было у меня застолблено этими маленькими аниматрониками в виде награды. Так, ладно, готовьтесь. Сейчас будет жесть, наверное. Меня напрягает этот фиолетовый аниматроник на экране. Он прям дико меня напрягает. Ну, типа, неудобно с ним играть. О, да. Скорость там явно у них большая. Фоксиан! Ну, дружище. Так, тихо, тихо, тихо. Без паники. Так, он пошел по нижней части, да? Нормально. Теперь мне планшет долго не поподнимать. Теперь мне нужно крайне быть осторожным здесь. Любое промедление при открытии планшета подобно смерти. Так. У меня такое, знаете, ощущение, друзья, что рано или поздно я увижу какого-нибудь еще секретного аниматроника, которого я до этого никогда не видел, да? Так, здесь запираем, здесь играет аудио. Все. Ну давай, давай, исчезни, давай, не пали здесь. Надо палиться. Так. Опа! Какие люди? А знаете, было бы разнообразнее и сложнее, если бы Фокси менял направление. Я теперь знаю, что он идет только вот туда, вот. На нижний правый квадратик на карте. И, в принципе, я его сразу там прогоняю. Было бы очень офигительно, если бы он менял направление. Это было бы дополнительная сложность в изучении... Ну, в изучении карты. Так, в принципе, заучиваешь... последовательность камеры, все, и нажимаешь, куда нужно. И нет проблем. Изи-катка. Но надеюсь, что главное, этот челлендж мне засчитают. Потому что мне, ну, в теории должны давать новые награды. Было бы неплохо. Новые статуэтки. Вообще было бы круто, если бы, допустим, на столе здесь бегали аниматроники. Ну, призы имею в виду. Помните, как это было в Fine Times at Gomer 2? Да и в первой части. Там тоже маленькие Симпсоны бегали. По столу это было забавно, мило и... По-своему прикольно. Вау! Да! Время проснуться. Я прошел челлендж. Еще один. New Beginning.
Но я теперь надеюсь, что мне его тоже засчитает. Да! Да! Мне дали еще одну награду, уже побольше. Ну да, это... Так это спрингтрап, по ходу дела. По-моему, это спрингтрап. А на плечо у него кто, плюштрап, что ли, маленький? Короче, смотрите, все правильно, моя теория подтверждена, то есть почему-то галочку дают за предыдущий челлендж. Но это странно, потому что я и Mixed Night проходил, и Full Night проходил. Но мне почему-то галочку не засчитали. Тем не менее, давайте проходить финальный челлендж. Все на 20 на максимальном сложности. Нет звуков, что? Что значит? Висно ноис квесис какой-то. Квейуес. Это что значит? Короче, погнали. Барабанная дробь, финальный челлендж игры. Типа они не будут звуки издавать или как? Только не говорите мне, что они будут беззвучно ходить. Здрасте. Здрасте. Они беззвучно ходят. Нормально, блин. Это круто, они беззвучно ходят. И как теперь буду ориентироваться здесь? Они же меня изнасилуют и бросят здесь умирать. И отрывают мои ноги и руки. Блин. О! Тихо. Чуть не профук. Чуть не профукал Фоксианы. О, боже, 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 боже. Ладно, тихо, 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 тихо. Фига, он уже здесь. Они беззвучные. Я не хотят меня убить. Иди-ка, иди-ка хотят меня. Фоксиан, он просто лезет, просто, знаете, без перерыва, как будто. Да погодите вы очередь соблюдаете? Чё-то реально прям они суперактивные. Я не успеваю от этого чувака отойти. Так, надо, короче, научиться быстро это делать, прям махом. Фух, ну вроде он пропал. Да вроде пока нормально. Смотрите-ка. Иду без проблем. Даже не умираю. Так, Фоксиан. Все, Фоксиан закрыли. Три ночи, друзья. Половина челленджа пройдена. Мне должны дать великую награду за прохождение этой игры. Ну, этих челленджей. Так, да ладно, Чика, тебе сиди. Зачем ты бегаешь, Чика? Ты же цыпленок. Тебе нужно на месте сидеть. Сиди на месте, Чика, и не вылазь ты оттуда. Где ты там сидишь, глупая Чика? Да, без звука было поначалу трудно, но в общем-то у меня в уме есть такой таймер, ну в голове. Я его примерно... Ну, примерно я просчитываю, когда они там должны идти, и в этот момент открываю планшет. Все идеально, все схвачено. Так, тихо, тихо, тихо. Так, все, Фоксиан прогнали, прогнали. Четыре ночи, вот, уже пять. Уже пять! Осталось всего лишь часик, и я пройду мега-крутой челлендж. Вообще, на самом деле, конечно же... Относительно простенькая FNAF-пародия. Действие нужно делать минимально. Но мне нужно высматривать... Как-то высматривать аниматроников. Все всегда под рукой. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Эти вспышки пугают больше, чем скримеры. Так. Время вейкап сделать. А что значит вейкап? Я что, по сюжету типа сплю? Или что-то типа того? Та-дам! Парара-па-па-па! Мне дали! Золотого. Я так понимаю, что это финальная награда, да? Потому что сначала был бронзовый спрингтрап, потом был... Или это не спрингтрап? Ну, морды похожи. Сначала был бронзовый, потом вот серебряный, а теперь мне дали золотого за прохождение всех челленджей этой игры. Не знаю, почему галочки здесь не стоят, возможно, они и стоят, просто это баг. Я их четко, я помню, что я их проходил в первой серии, так что, скорее всего, мне засчитали. Да, получилось. Так, ну,
В принципе, кастом на это не думаю, что есть резон его проходить. Пускай Амал. Ну, допустим, давайте поставим все на максималку. И просто попробуем пройти челлендж. Точнее, кастом найт. Старт. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я не буду его полностью проходить, я хочу просто посмотреть, что такое Амал. Амал это, наверное, этот фиолетовый аниматроник. Вот видите, его нет. Его нет. И звуков вроде бы тоже нет. Да, скорее всего, их можно включить. Изначально они отключены. Все звуки у аниматроников. Звуки шагов. Звук перемещения Фокси. Так, сейчас мне кто-нибудь грохнет. И нормально. Давайте, смелее. Убивайте, пока я вам даю эту возможность. Спасибо. Ну да, это было хардкорно. Game over. Да я понял, еще и точку поставили. Типа game over и точка. Вот тебе. Получай. Распишись. Так, custom night. Вот, теперь то же самое сделаем. Ну, ладно, пусть так. Поставим Амал и звуки. Если сейчас будет фиолетовая морда, значит Амал это и есть этот фиолетовый аниматроник. Ну да. Вот видите, морда начала появляться, то есть Амал это он. Все, я не буду сейчас создавать звуки, да? Ну? Топайте! Да, вот видите, топот был только что. Вот как-то так все работает. Ну ладно, друзья. В общем, на этом тогда я завершаю наше прохождение этой игры. Custom Night проходить заново, я думаю, что нет резона, потому что я так уже прошел максималку, причем без смерти с первой попытки. Это относительно простенькая FNAF-пародия. Ну, в общем-то, вы можете ее скачать. Вот название вы знаете этой игры. Можете скачать, поиграть и попробовать свою удачу на крепкость. Большое всем спасибо. Еще раз ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые FNAF-пародии. Играем вместе, друзья. Не теряйте ваш позитив и здоровье. Всем пока-пока.